начинается этап люстрации вложенных мест на вашем аббревиатуре. Мы понимаем, что люстрация это не мусорные баки, это законное отстранение чиновников от власти. Вы, зная действия закона, будете инициировать снятие с должности Женжеруху Александра Жоржевича, который попадает под люстрацию с его послужным списком органов власти и задекларированными двумя автомобилями в размере 200 тысяч долларов. Только что доходы простого чиновника не позволяют нам даже почитать математически, заработать столько денег на посаде заместителя ОБОПа или заместителя мэра города. Только что мы с вами произнесли фразу, что вы против люстрации, будем так говорить, нетрадиционными способами. И тут же вернулись к тому же. Вот. Я буду инициировать все, что соответствует действующему законодательству. Как четко и строго прописано в законе, так он будет проходить специальную соответствующую проверку на коррупционные действия, на участие в каких-то незаконных операциях и так далее. И по получению соответствующих юридических документов, которые предусмотрены законом о люстрации, будут, естественно, приниматься кадровые решения, но никак не иначе. Иначе мы дойдем до того, что, объединившись, любое сообщество может не понравившегося руководителя, если он принципиальный и так далее, сделать уже коррупционером в своих личных коррупционных целях и так далее. Нарушать действующее законодательство не должен никто. Насколько я помню, что именно это было одним из главных идеалов тех, кто совершал революцию достоинства. Вот, всех людей. Поэтому придерживаться действующего законодательства, это вообще-то основной принцип любого демократического общества, тем более стремящегося в Европу.